Всем доброе утро. Коротенькая вылазка на море. Температура воздуха на 10 часов где-то плюс-минус. По минутам 12 градусов. Тепла, естественно. Горизонт такой неоднозначный. В стороне Туапсео все-таки посветлее будет, я так и думаю. Народ прогуливается по набережной, по пляжу. Не так много, как было еще несколько дней назад. Море спокойное, тихое, но на улице все так же пасмурно. Кстати, ходят слухи, что возможен снег через денек-другой. Так что будем готовы ко всему. Сейчас, я не знаю, вам наверняка не видно, но все-таки капает. Мелкий-мелкий такой дождик, не критичный. Можно даже ходить без зонтика, но все-таки он капает. Ну, а море вот такое. Огромное всем спасибо, кто откликнулся по поводу фотографий. Я, наверное, все-таки сейчас постараюсь не забыть и в сообществе поставлю вам почту, чтобы у вас была возможность при желании высылать свои фотографии. Пожалуйста, указывайте дату, когда снималось фото. Вот, будет интересно составить ролик на основе фотографий подписчиков и всех, кому интересно. Всем огромное спасибо. Такая вот лазовская сегодня. Пацан он играет в зелененькой курточке. Один на берегу. Всем доброе утро. Ну и привет. Побежал домой. Не будем застуживаться первые дни. После того, как полегчало малость.